Слам пресс-секретаря Тимура Айджанова горожане могут отправлять фото и видеоматериал, на который запечатлены правонарушения, на электронную почту, указанную на сайте. В течение 15 рабочих дней они будут опубликованы, а также переданы в уполномоченные органы, которые будут предпринимать соответствующие меры. Стоит отметить, что нововведение призвано развить принцип нулевой терпимости к мелким правонарушениям и, как следствие, снизить их количество в нашем городе. Ну, ожидаем материал. Ожидаем, что это все будет работать. Это, я думаю, каждый материал, он как-то будет влиять на любого человека. Не каждый захочет попасть в данную рубрику, мне кажется. Поэтому ожидаем, что улучшения именно по мелким правонарушениям и вообще по беспорядку будет, наверное, в нашем городе.